Я хочу показать виновницу нашей сегодняшней встречи. Вот такая кашка получилась у нас. Посмотрите, друзья, манная маслица. Прекрасная. Посмотрите. И комочек. Кашка вкусная, ароматная, нежная для завтрака, друзья. Я манную кашу я всегда готовлю. Стакан молока, стакан воды. Многие готовят только на молоке, некоторые готовят только на воде, но это дело ваше. Стакан молока, стакан воды. 1,5 ложки столовой манки. Масло сливочное. Ложка чайная сахара и щепотка соли. Если любите послаще, то столовую ложку сахара. Это уже на ваш вкус и усмотрение. Готовим, друзья. Ставим на плиту ковш с толстым дном. Сначала я, друзья, выливаю стакан воды. Я вылила стакан воды и затем стакан молока. Сразу же, друзья, в нашу смесь воды и молока мы высыпаем соль и сахар. Перемешиваем. Высыпали, друзья, соль и сахар. И ждем, пока будет закипать. Смесь наша поднимается, закипает. И мы засыпаем струйкой из чашечки. Вот таким образом, при этом помешивая нашу манную крупу. И каша наша готова, друзья. 3 минуты каша наша готова. Вот, посмотрите, какая она получилась. Ну, я люблю вот такую кашку, жидкую. Если вы хотите, чтобы каша была погуще, значит, оставьте еще минут на 5. Прикройте крышечкой. Каша настоится, будет погуще. Друзья мои, буквально 5 минут, 3-5 минут наша каша готова. Если вы желаете, чтобы каша немножко загустела, то, пожалуйста, еще оставьте где-то минут на 5 под крышкой. Вот такая кашка получилась у нас. Посмотрите, друзья, манная маслица. Прекрасная. Посмотрите. Не комочек. Кашка вкусная, ароматная, нежная для завтрака, друзья. Можно добавить орехи. Смотрите сами. Манная каша. Матушка наша. Сколько много русских пословиц и поговорок. Каша густа, да чашка пуста. И дурак кашу сварит, было бы пшено. Русского мужика без каши не накормишь. Хороша кашка, да мала чашка. Кашевар живет сытнее князя. Готовьте, друзья, замечательную манную кашу. Радуйте своих родных и близких. До встречи, друзья, на канале «Новые горизонты».